Добрый день, дорогие друзья, добрый день, дорогие наши подписчики. Вас приветствует из солнечной Алании, русскоговорящий район Махмутлар, компания Арбат Хомс и я, Татьяна Пикер. Сегодня мы находимся вот в таком красивом, очень вкусном месте. Это замечательная банановая плантация на возвышении. И бананы здесь, и перчики. Вот этот огород, конечно, впечатляет. И помидоры, чего здесь только нет. И даже вот такая небольшая хижинка. Вы знаете, даже жалко, что скоро этого ничего не будет, потому что здесь стартует строительство уже в этом месяце, в октябре 2021 года, и через дом здесь будет вот такой вот отличный комплекс, дорогие мои. Даже наш оператор сказал, вот уже и хижина для КПЖ, для управляющего готова. Ну, шутка, конечно. Итак, дорогие мои, давайте, как говорится, поближе к делу. В этом году, в октябре, стартует комплекс. Это у нас район Махмутлар, расстояние до моря 1300 метров. Комплекс будет состоять из одного 10-этажного блока. Сразу о планировках. 1+1 и дуплексы, двухуровневые, трехкомнатные квартиры. Площадь квартир 1+1 – 42-46 квадратов, в зависимости от стороны. И дуплексы 2+1 – от 79 до 94 квадратных метров. Сразу скажу, что стартовая цена на данный момент на этапе котлована 46 200 за 1+1 и 86 200 евро за планировки 2+1. Обязательно будет повышение цены как минимум один раз. Застройщик мне пока информации о втором повышении цены не сказал, но знаете что, сейчас самое-самое выгодное время, чтобы приобретать. Здесь 30% первоначальный взнос и рассрочка на целый год. Комплекс будет сдан в эксплуатацию в 2022 году в то же самое время, то есть в октябре. Если вы приобретаете недвижимость на этапе строительства или на этапе котлована, что еще лучше, потому что цена намного меньше, вы также можете договориться с застройщиком и поменять планировку. А также можете заказать у застройщика за отдельную стоимость обогрев полов. Во всей квартире в этом комплексе будет стоить 1500 евро. А вы знаете, какая площадь будет у территории комплекса? 2260 квадратных метров. Сейчас и расскажу, что будет там находиться. Итак, инфраструктура. Сауна паровая для зимы очень полезна, очень тепло. Это у нас видеонаблюдение комплекса. Территория будет закрытая, будет с охраной. Будет обязательно проживающий, управляющий КПЖ присутствовать на территории комплекса. Это детская игровая площадка, это открытый плавательный бассейн и зона джакузи, а также генератор на случай отключения электроэнергии. Смотрите на экране, на фотографиях, если вдруг что-то я упустила, уж простите, 35 евро уже установлен айдат в новом строящемся комплексе. Итак, кратенько мы подводим с вами итоги. Очень выгодное предложение сегодня мы с вами смотрели в русскоговорящем районе Махмутлар на этапе, самом начальном этапе строительства. Расстояние до моря 1300 метров, планировочки 1+1 и 2+1. Стартовая цена 46 200 за 1+1 и за 2+1 – 86 200. На номере, на экране пишем обязательно на WhatsApp и Viber, задаем вопросы, бронируем, отправляем залог. Первоначальный взнос, напоминаю, 30%, и на целый год вы можете разделить на части. Можно также подобрать и индивидуальный план оплаты, если вам не подходит стандартный. Дорогие мои, на сегодня все. С вами была компания Арбат Хомс, Татьяна Пикер с банановой плантации. Пока-пока.